welcome to Bassham TV. Today I'm reacting to Skryptonite. The song is called Style. Let's go. У нас треть города не тащит физикой, но тащит духом. Поймешь, когда в нежданку сунут в ухо. 10 за хапку, семеро мокруха. Несправедливо, ведь косяк, он же стал нашим другом. Твои кенты в лосинах или угах. Мой край воняет потом вперемешку с хьюга. Я молюсь, что мама ждет лужайка и прислуга. Я кричу, чтоб маме улыбались пару сытых внуков. Ты хочешь славы, чтобы трахать, сук. Я трахаю и трахал. Man, I hate to be weird, but this sounds like the one of the major cities in my state is called Houston, Texas. They have a similar style. It's called Chopped and Screwed, where they slow down the music, and it has the same effect. That's what I'm getting vibes from as far as the intro. I know he's probably not going to rap like that, but this is very cool. Даже будучи одет как Монс, здесь людям похуй, а не по иксу, знаешь. Вон тот щегол не плакал, даже будучи одет на нос. Блокада заменила мне мой колледж, но я здесь и не заменил траву тем, что ты колешь. Справа, брат, слева, брат, я не называю это курить. Ведь я из Павлодара, если помнишь. Я дарю стих тем, кому до него не дело. Я дарю стих тем, кому до него не дело. This really sounds like the stuff from from Houston, Texas. This is crazy. Я дарю стих тем, кому до него не дело. Я дарю стих тем, кому до него не дело. Я дарю стих тем, кому до него не дело. Я дарю стих тем, кому до него не дело. Я дарю стих тем, кому до него не дело. Я дарю стих тем, кому до него не дело. На заднем на старой колымаге, будто на крокодиле, на черном, как во фраке, на шван ровном стиле. На трубке две бумаги, ротный висит в мобиле. Дома как будто в фильме о том, как все любили. Деньги, сука, вкусную еду. Ты просишь Бога о красивой жизни, путь я к ней иду. Мой город хочет верить, и он верит в правоту. Если ад это здесь, то нас любят в этом аду, ты понял? Из костей кривые, с мяса ненависти любви. Мы хотим считать деньги, а не дни. Yo, Skryptonite, yo. I don't know, man. This guy's good. Ooh, hey. All right. Skryptonite style. All right, I'm gonna be real. This gave me a lot of like my, one of the cities in my state. Houston vibes, which is kind of cool. I would not have expected. This song is a banger, man. 4.5 out of 5. It gave me that grunt, you know. The beat was hot. Yo, Skryptonite style. This guy, hey, Skryptonite has been up and down for me as far as I'm not saying he's not great, but some of the songs I've heard, you know, for the most part. This is like song number 6, I believe. He's 5 out of 6 for me. One song that I really didn't really care for, but it was features. But this one, Skryptonite killed it, man. This is real good. But yeah, 4.5 out of 5.
like, comment, subscribe, and on to the next one. Take it easy. Peace.